хочу, верну, я к тебе хочу, хочу, верну, я с тобой дорожу. Я знаю, что ночи, и тебя твои ночи, не бойся расстаться. У меня премия как самый хороший ведущий, да, самый правильный муж, который всех любит, артистов наших русских, да, всех поддерживает. Не знаю, за что, за что нужно, за что, за заслуги перед Родиной. Как-то флаг не видно совсем, совсем. Мой взгляд, если мы сравниваем с Россией, то в Украине полная свобода слова. Конечно, у нас есть какие-то проблемы, но я думаю, что мы, как европейская страна, имеем какой-то диалог и как активисты с журналистами, как и с властью, поэтому у нас в этом вопросе можно всегда найти консенсус. А если было бы незаконно, что бы вы делали? Вы вызывали бы наряд милиции или сами? Давайте, потому что я не против. Это акция против российского контента. У вас такой просто вызов. Мы разумеем, должны реагировать. Да ты шо? Привет, Новороссия. Чё начинается? Свободу Новороссии. Всё, давай. Всё, Дима, давай.